Друзья, всем привет! Вы на YouTube-канале магазина Улей, меня зовут Александр, и в этом видео мы ответим на часто задаваемый вопрос, что лучше использовать для хранения меда, контейнеры или ведра. Для этого мы построили вот такие две пирамиды. В принципе, сразу по качеству хочу сказать, и те надежные, очень хороший пластик, то есть по надежности вопроса нет. В принципе, качество хорошее, что в ведре, что в контейнере. По поводу перевозки с медом. Когда полные контейнеры и полные ведра меда, между рядами всегда рекомендуется прокладывать картон, для того, чтобы не провалились, потому что нагрузка везде будет одинакова. Ну а теперь рассмотрим вариант хранения или транспортировки на стандартной европалете. То есть здесь мы смотрим, у нас помещается 4 ряда. Ведер помещается 3. Конечно, место остается на палете, но я уже не доставлю. Теперь смотрим по торцу. Здесь тоже у нас получилось 4 ряда. Ведер, опять же таки, 3. Все почему? А вот почему. Вот, видите, когда ведра становятся друг дружку, как бы я их плотно не поставил, у них остаются проемы. Если вы используете контейнеры или так называемые кубики, у вас здесь пространство минимальное. А теперь немножко цифр. Один ряд контейнеров, то есть 16 контейнеров по 20 литров, 320 литров. Один ряд ведер, 9 ведер по 20 литров, 180 литров. Если в килограммах, то в одном ряду контейнеров помещается плюс-минус 448 килограмм, в одном ряду ведер 252 килограмма. То есть на одном ряду в контейнерах на 196 килограмм больше. На секундочку. А если мы берем 3 ряда, всего лишь 3 ряда, то в литрах получается контейнеров на 420 литров больше, а в килограммах на 588. То есть больше полутонны в этом ряду контейнеров на палете помещается больше, чем ведра. Ну да, вы тут можете, правда, сразу сказать, что ниже и уже. За вами полностью соглашусь. Но теперь померяем, на что мы разменимся. Ряд контейнеров 110 сантиметров. Ряд ведер 98. 12 сантиметров. Всего лишь разница. Дальше. Высота. Контейнеры 118. Извините. Контейнеры 108 сантиметров, ведра 88, то есть 20 сантиметров сверху. Ну, я думаю, всем понятно, что 10 и 20 сантиметров против полутонны меда и всего лишь столько места, сколько он занимает, разницу имеет огромную. Теперь хранение контейнеров, как они хранятся пусты. Вот, видите, я примерно ростом 1,73 м, здесь, ну, примерно 2 метра. В одном ряду находится 50 штук 20-литровых контейнеров. То есть 50 умножать на 20, 1000 литров, приблизительно 1400 килограмм меда. А хранятся пустые вот так вот всего лишь. Друзья, я думаю, в этом видео я ответил на ваш вопрос. Если вы спросите меня, в чем, какой рекомендую тару, я отвечу однозначно контейнер. Все полезные ссылки будут в описании или появятся слева от меня. Также на ведра, на контейнеры. Подписываемся на канал. Ставим лайки. До скорой встречи. Пока.